Челябинске 8 ноября стартовал 14-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Президента Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева ожидают в Челябинске 9 ноября. Первым мероприятием стал форум ректоров двух стран, который проходит в рамках межрегионального сотрудничества. Форум ректоров проходит в Южноуральском государственном университете при участии министра образования и науки Ольги Васильевны. Важно отметить, что со своим приветственным словом выступила ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Среди почетных гостей председатель Российского совета ректоров, руководитель МГУ Виктор Садовничий, который в своем выступлении отметил, что задачи форума были определены лидерами государств. Наши задачи определили наши президенты. И вот очень емкие слова они сказали, что нужно сохранить фундаментальность образования. В замечательной статье Нурсултан Абишевич сказал, что если в системе ценностей образованность станет главной ценностью, то нация ждет успеха. Кроме этого, впервые за всю историю проведения форумов по межрегиональному сотрудничеству затронули тему развития человеческого капитала. Об этом заявил Ерлан Сыдыков, председатель Совета ректоров вузов Казахстана, ректор Евразийского национального университета. Впервые за всю историю проведения форумов межрегионального сотрудничества выбрана повестка дня развития человеческого капитала. И также впервые проводится в рамках встреч двух президентов форум ректоров вузов. Тема обсуждения форума обширна, но связана с образованием. На повестке дня обсуждение вопросов образования как ключевого фактора повышения конкурентоспособности человеческого капитала, а также стратегическое партнерство университетов России и Казахстана. Более подробную информацию о проведении форума редакция «Универньюз» покажет себе в следующем выпуске. Олег Кашин, «Универньюз».